Олексій Павліщев, режисер єврейського театру «Йофі» при Миколаївському товаристві єврейської культури. Доброго вам ранку. Доброго дня. Сьогодні будемо говорити про постановку «Плохі євреї». Я навіть коли хотіла перекласти назву твору, якось вона звучить уже двозначно, вирішила залишити, як вона є. Що це за постановка, на який твір і чому обрали от саме цього автора? Это современная пьеса, современная американская драматургия, написанная в 2012 году драматургом, молодым драматургом Джошуа Харманом. Почему именно эта пьеса? Потому что, ну, понимаете, я всегда ищу материал, который не заезженный, материал, который нашему... Да, что-то новое, что-то интересное. И, ну, в данном случае именно этот спектакль, он достаточно провокационный. Ну, из самого названия понятно, что есть какой-то конфликт, несмотря на то, что все евреи в этом спектакле хорошие, но, как бы уже вдаваясь в подробности, можно найти в каждом из них что-то не соответствующее какой-то общепринятым человеческим понятием, и хотелось вот сделать такой вызов, да, для себя, прежде всего, как я справлюсь с этой работой, для актерского состава, который работает у меня, моя театральная труппа, и для зрителя, который придет смотреть, потому что, как бы по моей специфике еврейского театра, так или иначе, все постановки, которые мы берем, это либо о евреях, либо пьесы, написанные евреями, и, как правило, всегда еврейская составляющая этих спектаклей рассматривается с положительной стороны. А в этом спектакле открываются такие достаточно специфические черты людей, о которых не всегда принято говорить вслух. В кулуарах где-то, да, понятно, мы все друг друга обсуждаем. И вот в этой пьесе, ну, вообще, это, как бы, знаете, вот... такой разговор, который не хотелось бы услышать или увидеть. Просто зритель попадет в такую ситуацию, в которой он вынужден будет наблюдать за развитием событий, потому что он придет. Но в большей степени в жизни от подобных ситуаций мы бы отошли. Да. И вот в этом, наверное, есть как бы интрига, интерес этой пьесы в том, что очень жизненные, очень человеческие вопросы поднимаются в этой пьесе в достаточно, ну я бы не сказал бы такой жестокой, но жесткой современной форме, без подбора каких-либо красивых слов, без каких-то удерживаний внутренних каких-то конфликтов, а вот все, ну, как говорится, как на ладони открывается в этой пьесе, и в этом был ее интерес, поэтому я ее взял в работы. Жанр не смешна, але все ж таки комедия. Мы звикли, что комедия – это то, над чем можно посмеяться, а тут выходит, что навпаки. Да, как бы в этой пьесе есть моменты, над которыми можно будет посмеяться, и я очень надеюсь, что мы их так простроим, чтобы зрителю было понятно, что... Смейтесь тут. Где-то так, да, табличка аплодисменты, да. На самом деле, почему не смешная комедия, да, потому что на самом деле как бы жанр этого произведения – это комедия. Но мораль этой пьесы и вопросы, которые поднимаются на протяжении всей пьесы, они настолько глубоки, что не очень хочется передавить как бы вот именно в комедийный жанр, уйти на просто какое-то как бы развлечение для зрителя, а все-таки дать ему подумать. То есть это такая комедия для умных людей, знаете, которые хотят думать, потому что театр в последнее время превращается в индустрию развлечений, и вот как бы поднимать вопросы и давать возможность зрителю подумать, все реже встречаются такие моменты. Вот эта пьеса, да, и так как я ее простроил режиссерски, я очень хочу, чтобы все-таки во главе угла этой комедии стояла мораль и мысль, которая донесена в пьесе, чтобы все-таки зритель подумал и посмотрел на себя со стороны. Чтобы завершается пьеса, и все в таких раздумах, а что дальше? Ну, мне кажется, так и будет, потому что как бы финал этой пьесы на самом деле, ну там такой колоссальный поворот. Я, конечно, не буду говорить как бы всю... Вы принесли такую древничку. Да, я принес... это хай, это еврейский религиозный символ, такой достаточно, ну, скажем так, достаточно в очень узких кругах. Это слияние двух букв, которые, ну, вот вдвоем обозначают, жизнь. Вот так правильно. И, собственно говоря, вот из-за этого медальона в пьесе развивается весь конфликт, потому что... действие разворачивается в ночь после похорон дедушки, и в квартире встречаются
три его внука, два внука и внучка, и девушка одного из этих парней. И как бы весь конфликт развивается на фоне того, кому должен достаться этот медальон, потому что дедушка никогда при жизни не обозначал, кому конкретно должен достаться этот медальон. И вот у каждого из этих персонажей есть свой аргумент, почему именно он достоин носить этот хай. Он не очень дорогой, но это символ как бы выживания дедушки, потому что этот хай прошел через Холокост. И каждый из них имеет очень такую жесткую позицию и очень достойные аргументы по отношению к принадлежанию к этому хаю. И вот на фоне этих аргументов, собственно говоря, и разворачивается вся конфликтная ситуация, и вся основная мысль этой пьесы в том, что просто эти внуки, ну как бы братья и сестры, они просто не слышат друг друга. Они друг друга отстаивают свою точку зрения, и при этом аргументы, которые они выдают потихоньку на протяжении всей пьесы, они абсолютно остаются неслышимы другими. И вот здесь возникает проблема общечеловеческая, то есть это не только еврейская проблема, да, понятно, что в основном в пьесе как бы поднимается, ну, именно вот этот акцент, но если отойти от национальности, то это общечеловеческая проблема, что мы не слышим друг друга и не хотим понять друг друга, вот как бы вот это вот, наверное, такая основная идея, которую хочется донести. Але все ж таки п'єсу можуть побачити не всі, суворо по запрошенням запрошуйте, так? Да, дело в том, что вот в обществе еврейской культуры мы долго к этому шли, но вот к этой премьере, ко дню театра, который, собственно говоря, в день которого и состоится наша премьера, мы построили небольшой театральный зал, мы подняли ряды для зрителя, для того, чтобы им комфортно было смотреть, и, соответственно, ограничили количество мест в зале. Поэтому мы решили сделать вход по пригласительным, дабы не было скопления людей, и распределили, ну, пока что на два спектакля, 27 и 29, но, как бы, есть уже очень много желающих, которые, к сожалению, не получили пригласительный, поэтому мы планируем как бы дальше постановки. Ну а сейчас как бы так, да, на самом деле любой может прийти, любой, кому посчастливится, наверное, получить пригласительный, то есть это не то, чтобы там закрытый показ, а просто именно из-за количества мест мы не можем... Попередньо забронювати, так, попередити, аргументувати, чому хочете відвідати саме цей спектакль. Смотрите, ну на самом деле вот эти премьерные спектакли, дело в том, что мы распределили таким образом, что так или иначе, так как мы театр общества еврейской культуры, то, конечно, первое, что мы должны сделать, это удовлетворить нужды нашей общины. Поэтому, естественно, на нее были приглашены, на премьерные спектакли были приглашены в основном члены еврейской общины. Но мы открыты для города, то есть мы готовы показать этот спектакль всем, если он будет интересен. Поэтому, ну, как бы, я очень надеюсь и верю, что показ этих спектаклей продолжится. Я знаю, что уже есть запрошення и в інші театри, так? Ну, как бы, это не будут наши не первые гастроли. Мы периодически с нашими спектаклями выезжаем в общины других городов, и вот сейчас мы активно ведем переговоры с Кривым Рогом, с Харьковом, с Одессой, Херсоном, то есть это вот четыре как бы города, которые уже изъявили желание пригласить нас к себе и показать, поэтому я очень надеюсь, что вот после премьерных показов в Николаеве мы, ну, начнем такой мини-гастрольный тур, а там как получится, может быть, поедем, ну, и в какие-то дальние города. Дуже дякую вам, що ви до нас завітали. Дякую за цікаву інформацію. Переконана, що наші глядачі зацікавилися. Тепер вже думають, як же ж потрапити на цей спектакль. В Фейсбуці пишіть, будемо раді. Шукайте в Фейсбуці, долучайтеся, запитуйте і обов'язково аргументуйте, чому ви хочете відвідати саме цей спектакль. Так? Бажаємо всім тим, хто відвідає і тим, хто не відвідає цей спектакль, ніколи не потрапляти в такі життєві перепуті, які ви розповіли, хоча це лише маленька частинка, наскільки я розумію, всього, що буде в цьому спектаклі. Ну що ж, дуже вам дякую.